Юрий Гусман. Я заранее прошу меня извинить, я впервые за все это время буду говорить не общими словами, красивыми и умными, а немножко всерьез по поводу этой игры. Потому что я заметил, что есть некоторые расхождения в моих оценках и мнении зала. Я хочу с ним объясниться. 5 блестящих команд, действительно интересных и действительно совершенно отличных друг от друга. Команда, например, «Максимум» была слишком пафосна. И декорации «Комеди Францесс» не помогают в этом случае. Простите, я считаю, что команда «Байкал» с очень умным домашним заданием и замечательно придуманным было не смешное. И зал не смеялся, хотя понимал все их ходы. И я могу все это обсуждать, и говоря о команде «Федор Двинятин», которая пользуется успехом в зале. И сегодня она действительно была исключительно веселой, смешной. Но я бы ей бы посоветовал бы самим бы обратить внимание на те две строчки, которые они повторяли очень смешные в начале. О том, что даже с маленьким IQ можно сделать барбекю. Так вот, с таким IQ барбекю под названием КВН сделать в дальнейшем не получится. Эта игра не просто веселый. Эта игра не просто веселый цирк. Это игра умных, точных, веселых, остроумных и при этом людей-граждан, а не людей-клоунов. Это не цирк. И этот КВН цирком никогда не будет. Меня вместе с вами увлек их последний задор, но пародии на Валерия Леонтьева мы видели 1000. Это была хорошая пародия. Это была смешная пародия. Это была веселая пародия. Но это была только пародия. Сообщаю вам, что я им поставил за эту пародию высший балл 4, чтобы успокоить вас, дорогие друзья. Спасибо. Спасибо.